Всем привет, ребята! Вы на канале Леонид Титов. Сегодня буду проходить карту паркур. Люблю паркур я. Только если бы не лагало. Ладно. Так. Вот у нас тут паркур такой. Ну, круто. Фак. Даже нечем потушиться. О, хорош. Чё эти вот за верёвки такие? Мне немного это... того. Ай-яй-яй-яй-яй. Живем, ребята. Ну, лучше вот так вот подниму, чтобы вам не было видно этой вот фигни, то, что я говорю. Нам нужно туда. О, хорош. Сразу к воде. О, что-то какой-то он легкий был. Ладно, давайте дальше. А, тут уже полступеньки. Ай-яй-яй-яй. А, это что сверху? Окей. Блин, чуть не того. Нет. Я сдулся. Воды. Что-то не то. Сейчас дойду до туда и установлю точку спаунпоинт. Нет! Ё-моё! Сейчас туда перелечу с помощью креатива, чтобы мне снова этого не проходить. Потому что там, наверное, еще больше будет. Всякого. Сейчас сюда вот перелечу. Я вот тут вот остановился. Сейчас вот тут установлю спаунпоинт. Спаунпоинт. В принципе... А, понятно. Окей, в принципе. Будем без этого, вот, значит. Блин. Ввожусь с этими командами. Во. Чё это за хрень? Окей, в принципе. Такс. Ху, хорош. О, так это было не так себе, нормально. Тут что, да ё-моё. Что? Ничего не знаю. Спать? Да ладно. Давайте еще пропишем таймсет найт. Все, и поспим. Чтоб здесь возрождаться. То я не хочу снова проходить его. Во, все, пошлите дальше.
типа на что? Где-то вот проверить, нет? Что? Как это вообще понимать? Давайте перейдем в гейма мод. Это один. Чё-то я не понял, это что вообще такое? А как я должен был сломать? А, все понял. Вот сюда вот мы должны прийти, прилететь, ха, и его обрушить. И потом какая-то фигня происходит. А, лава течет. Стойте, я не понял вообще ничего. А это что такое? Мне-то оно зачем, а? Зачем мне эти долбанные печки? Нет, честно. Да хватит со мной ходить. Уйди. И это все. Это весь паркур. Да. Буду потом получше карты выкладывать. Ну что ж. Вот такая вот дерьмовая карта. Да. Мне как-то вообще скучно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, да по-любому нет. Ну, пишите в комментах, если что еще-то там. Что-то еще снять, что-то. Я не знаю вообще, что мне еще снимать. Потому что, когда я снимаю про Майнкрафт, там, выживание, то у меня жутко лагает. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Всем удачи, всем пока. Подорву-то.